Пенсионер Геннадий Васильев не первый пациент, который решил поправить здоровье с помощью прибора магнитотерапии. Вот уже 2 года пожилого мужчину беспокоит боли в суставах. Узнав, что в аптеке появился чудо-аппарат, Геннадий Васильев решил приобрести его. Ну, я узнал с газеты «Рабат», прочитал, отзывы были там хорошие. По болезням суставов ноги болят, ходить невозможно. Пытался и таблетками, и мазями, обращался в суставную больницу, пользы никакой вообще. Травмы, ожоги, заболевания опорно-двигательного аппарата и лор-болезни – это далеко не полный перечень проблем, от которых теперь горожане могут избавиться, сидя дома. Медицинские приборы физиолечения в домашних условиях – настоящий прорыв в медицине. Начнем с первой категории. Прибор «Фея». Здесь идет лечение лор-заболеваний, таких как риниты, гаймориты, тонзиллиты. Воздействие на организм происходит сухим дозированным теплом, то есть инфракрасным излучением. Сфокусированная насадка, которая прикладывается к пазухам носа, горла и лобная часть. 3 режима температуры выбираются по чувствительности кожи. То есть для детей меньше, для взрослых больше. Ко второй категории приборов относятся аппараты магнитотерапии. С помощью бегущего импульсного магнитного поля можно избавиться от артридов, гипертонии, варикоза, неврологии и даже стоматологических заболеваний. Алмак-01 очень хорошо себя зарекомендовал в лечении различных заболеваний, таких как артрозы, артриты, хондрозы, суставы, деформирующий остеоартроз, гипертоническая болезнь первой и второй степени, ишемическая, инсульты. Также идет венозная система, то есть варикоз, тромбофлебит. Лечение женских заболеваний. То есть большой у него комплекс, идет 49 показаний. К третьей категории приборов узкого направления относится прибор МОВИД. Чудо-аппарат поможет больным простатитам решить все проблемы мочеспускательной системы и обеспечить необходимый комплексный эффект. Аппараты физиолечения в домашних условиях можно купить без рекомендации врача. К каждому прибору прилагается специальная книжка, в которой указаны противопоказания. Изучив ее, вы получите полный перечень рекомендаций. Выставка продлится 4 дня. Приобрести приборы физиолечения в домашних условиях можно в сети аптек Серде.